Работа с обращениями граждан стала одной из центральных тем расширенного планерного совещания, которое сегодня провел мэр Анапы. Трудимся мы с вами на благо наших жителей. Поэтому они должны видеть и понимать, что любое обращение по проблемным вопросам – это сигнал к действию власти. Вне зависимости от формы и права собственности, и от уровня принятия решений – федеральный, это краевой, городской, без разницы. Для нас с вами самая главная задача – это выполнять те поручения и те вопросы решать, которые перед нами ставят наши жители, наши горожане. В августе в мэрию курорта поступило 1038 обращений, на 17 меньше в сравнении с июлем. Преобладали вопросы ЖКХ, архитектуры и градостроительства земельно-имущественных отношений. Был озвучен проведенный по поручению мэра анализ обращений граждан о качестве жилищно-коммунальных услуг. Наибольшее количество их касается работы ресурсоснабжающих организаций, перебоев подачи света и воды, которые в основном были обусловлены плановыми ремонтными работами, а также несвоевременного вывоза мусора. Напомним, что помимо обращений, поступающих в мэрию, огромное количество обращений от жителей в соцсетях отрабатывается службами через систему инцидент-менеджмент и платформу обратной связи.